Ветераны, школьники, горожане. На центральной площади сотни людей. В руках у каждого живые цветы. Ни дождь, ни ветер не помешали им прийти на митинг в честь освобождения родного города. 970 дней Григориополь находился под оккупацией. Татьяна Куркина ушла на фронт в 15. Была медсестрой в военно-санитарном поезде. Ветеран вспоминает, что при любой вести о новых освободившихся территориях страны эмоции зашкаливали. Таких светлых дней. Столько радости было, что не передать даже словами. Мы ни на что не... Мы просто радовались, и все. Нам ничего не было не нужно. В ходе боев на территории Григориопольского района погибло более 5000 советских солдат. Сегодня в память о них григориопольские школьники развернули гигантскую георгиевскую ленточку. Ее длина 10 метров. Это память о героях, павших в бою. И это символ, что... Мы будем помнить всегда. Дорогие ветераны и участники сегодняшнего митинга, мы благодарны советским воинам-освободителям, партизанам, подпольщикам, всем тем, кто освобождал район, организовал сопротивление в тылу врага. Многие из них отдали жизни за победу, за нашу свободу. После окончания митинга ветеранов поздравили школьники. Затем григориопольчане возложили цветы к вечному огню и памятникам героям Великой Отечественной. Ярослав Богат и Павел Бажонко, Первый Приднестровский телеканал.